Сколько километров намотал по пролетам второго отдела цеха номер 3 Дмитрий Статкиевский, подсчету не подлежит. Трудится он на трубопрокатном участке 23 года. Первые 5 лет работал трубопрокатчиком. Назначили мастером, а последние 8 лет он старший мастер. Участок, которым руководит Статкиевский, производит холоднокатанные трубы. От стадии заготовки из цеха номер 22 до сдачи готовой продукции. Прошивка на стане ПВП, горячее прессование, мехобработка, травление, термическая обработка, прокатка и сдача. Все операции технологического процесса на контроле у старшего мастера. А еще на контроле ввод нового оборудования. В производственном процессе вот сейчас осваиваем вот эту машину «Престарт», которая у нас новая. То есть обучаем людей. Вот 3 человека уже обучились, следующее обучение. Ну, то есть машина новая, она должна работать, выпускать продукцию. Поэтому с обучением работников вот занимаемся. И вот новую установку, которая пришла, УКП-37. Которая с 38-го отдела установка УЗК. Первоочередных задач у старшего мастера много. И сменные задания расписать, и их выполнение проконтролировать. В подчинении у него 5 мастеров, а в отделе почти 100 человек. Трубопрокатчики, травильщики, обработчики поверхностных пороков металла, токари, волочильщики, шлифовщики. Вот сколько профессий нужно, чтобы трубу сделать. Здесь на Дмитрия Статкиевского ложится самая главная ответственность. В первую очередь у нас здоровье и благополучие наших работников. То есть очень сейчас серьезно занимаемся правилами охраны труда и промбезопасности. То есть вносим какие-то коррективы, чтобы не было несчастных случаев. То есть даже раз предложение пишем по соблюдению техники безопасности, улучшаем условия труда. Ну и вторая задача – это качественный выпуск продукции, то есть соблюдать технологию. Качество продукции тоже во главе угла, поскольку трубы применяются в самолете и судостроении. В нынешнем году объемы выросли. По 15 тонн в месяц производит трубопрокатный участок, плюс по 5 тонн экспортной трубы под дальнейшую прокатку, плюс заготовку катают для других подразделений в СМПО. Внешне спокойный и сдержанный Дмитрий Статкиевский очень просто объясняет, как ему удается справляться со всеми задачами. Так как я работаю уже давно, поэтому я уже как более-менее спокойно отношусь ко всем этим производственным трудностям. То есть я просто их выполняю, борюсь с ними. И в этой борьбе побеждает старший мастер. Мастер, которому в нынешнем году в очередной раз вручили за труд почетное звание «Мастер второго класса».